Хорошие новости для горожан. Жители Кызылорды теперь могут получать услуги Казпочты в торговых центрах города. Казпочта продолжает радовать население своими удобными инновациями. В этом году предприятие совместно с предпринимателями запустило еще один новый проект – франчайзинговый, и намерено активно развивать эту линию, то есть передавать в коммерческую среду часть своих услуг. Теперь жителям города не нужно специально ходить в почтовое отделение, чтобы отправить почту, денежные переводы, оплатить ком-услуги и так далее. Все это можно сделать в любом торговом центре. Я частный предприниматель. С нашей стороны только требуется выделить уголок в своем помещении. Это очень выгодный проект. Посетители центра, с одной стороны, делают в нашем центре покупки, с другой, при необходимости, могут воспользоваться почтовыми услугами. Ожидаем рост прибыли. Стоит отметить, что работа над этим проектом началась в марте. В настоящее время в городе заключены контракты с 12 пунктами франчайзинга. 4 из них уже начали работу. До конца года планируется увеличить их число до 28. Жители города могут в открывшихся франчайзинговых пунктах отправить и получить почту, а также услуги банка второго уровня. Бесплатно у нас 7 КБК налогов. Это и поддержка со стороны Казпочты бизнеса, с другой стороны, удобно для людей. Приходят делать покупки в торговый центр. Заодно могут заплатить за свет, газ, отправить деньги детям, студентам, пополнить депозит. И еще, если до октября вы воспользуетесь услугой Казпочты по доставке приобретенных в интернет-магазинах товаров, то сможете принять участие в розыгрыше ценных призов. Алина Параджан, Нурбиба Елюбай, КЗ, Алпамыс Ашербеков, Торихан Кожахметов, телеканал Кызылорда.